мы привезли 4 медали. Это 2 первых места, 1 второе и 1 третье. У ребят были очень серьезные соперники, хорошая конкуренция. Каждый из них провел по 4 боя, включая финал. Схватки там, в отличие от тех правил, по которым проводим мы, длятся 3 раунда по 3 минуты, то есть 9 минут чистого времени каждый поединок. Это довольно много в плане соревновательного времени. То есть получили очень большой опыт пересчетом на минуты. Всех соперников победили, внимательно слушали тренировки, выполняли установки. Ну и результат говорит сам за себя. Поездка была непростая, потому что нам пришлось выезжать очень рано. Ребята в 4:30 утра проснулись, не выспались. Дорога была непростая. И, конечно, не в самых лучших кондициях они приехали, но они справились с этими эмоциями, с этими переживаниями и выступили достойно. Впечатления от этого турнира были только положительные. Поделились с нами опытом ребята из Элисты, из Ростова, из Шахт. Это меня подвело в моем третьем поединке. Это недостаток опыта в выступлениях Союза ММА России. В следующий раз приеду подготовленным и сильнее. Наверное, самый трудный бой был первый, потому что я не разогрет, еще не понимал, что происходит. Закрепощенно себя вел, очень сильно забился после первого раунда. Но благодаря моему тренеру Ивану Луховскому и Владиславу Маркову у меня все получилось. Что очень понравилось мне, была большая конкуренция. Были спортсмены из различных дисциплин. Были из армейского рукопашного боя, из рукопашного боя по версии HCF. Были бразильское джиу-джитсу, грэпплеры, ММАшники, борцы были многие. И реально много разных спортсменов различных стилевых направлений. Я провел 4 боя, из них я одержал победу в 4 схватках. Было очень тяжело, но я старался взять первое место и до конца бился. У меня было 3 боя. Первый был за выход в четвертьфинал, не в четвертьфинал финала. Второй был за выход в финал. Все 2 боя я закончил досрочно, в третьем уступил парню из Ростова. Хочу сказать спасибо своим тренерам Ивану Константиновичу Луговскому, Владиславу Владимировичу Маркову за подготовку к соревнованиям. Хотелось бы поблагодарить в первую очередь организаторов турнира. Это Союз ММА России, представленный в Ростовской области, а конкретно Руслана Дегуева. Это наш старый товарищ, друг, который нас лично пригласил на этот турнир. Ну и мы, конечно же, не могли отказаться от такой возможности. Хотелось бы поблагодарить весь тренерский состав, который принимал участие в подготовке бойцов. Это Иван Луговской, Роман Шелегеда, Наумов Алексей. Совместными усилиями нам удалось подготовить хороших ребят, которые показали достойный результат. Ну и, конечно, главная благодарность руководству клуба Fight Masters за то, что дает нам возможность выезжать на соревнования такого уровня и масштаба, получать опыт, расти и становиться сильнее.